обладателя согласной L в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Если буква Е является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Носители этого имени с буквы В, возможно, ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Человек с таким именем в основном попросту тратит свою энергию на бездушные дела, которые, как показывает практика, не приносят разумного результата. Все свои неприятности спускаются на смех и игривость. Ярко-розовый или лиловый цвет благоприятны для людей с этим именем, но в меньшей степени, чем розовато-лиловый, фиолетовый или пурпурный. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Камень, приносящий удачу людям с этим именем, является это аметист. Желательно всегда иметь его при себе. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.